Доброго времени суток, дорогой зритель. Как я тебе и обещал, этот эпизод уже с нашим замечательным другом Билли Кором, который вот он. Привет, привет. Я... Не надо рассказывать привет, или сколько раз там правильно говорить привет. Сколько хочешь. Итак, давай объявим, значит, цель нашего сегодняшнего выхода в постапокалиптический мир. Призвать к Тулху. У нас осада будет сейчас. И осада склада. Вот он, этот склад. И мы его будем осаждать. Но перед этим, товарищ Билли Кор, у меня для тебя есть подарок. Пойдем на улицу. Мне в прошлый раз, когда так сказали, мне пришлось жениться. Ну, тут, знаешь, такое дело. Желтая лодка твоя. Ура, я ее заправил. Есть лодка. Да, лодка у тебя есть, но подожди, давай тебя снабдим водой. Не надо с тобой водой, пошли я тут защищаться. Подожди, на нас напали. Твою мать, не успели отъехать, отплыть. Уже началось, а? Как они так с воды-то? Я тебе говорю. Ого! Нифига меня пробили. Ого! Ого! А откуда? Со всех сторон. Нифига себе, слышишь, меня пробили. Меня вообще убили. Ну и меня убили. Твою мать, это что вообще такое? Серьезная осада. Ого. То есть мы пошли типа на осаду, а нас осадили в полной... Я тебе говорю, я даже добежать не могу. Ого! Меня а внутри... Еще... Нет, тут, меня... видимо, этот... Закончилось. Как ее называют? Стамина? Ну, там кровотечение было. Тебя скорее всего. Так, чувака... завалит. Да блин, мне бы хабар свой забрать. Мне тоже. Охренеть, вот это жесть, а. Кто где? Видишь кого-нибудь? Да, нет. Блин, где бинт? Все, забинтовался. Плюс один. На. Ого! Косой. Минус второй. Да ты смотри, какой-то молодой. Пока перезаряжусь, минус. А как он появился снизу? Не знаю. Ситуация что-то немножко. Это еще один. Это ты? Нет, не ты. Фига себе. Вот это жесть. О, зато патроны дали на пистолеты. Вот это мне нравится, вот это по-нашему. Че, музыки вообще никакой нет. Было. Я ж тебя предупредил, что нас напали. Ты еще сказал, не надо воды, нападают. О, баллон, прикинь. Малый. Хороший воздуш. Баллон. Малый. Малый. Типа и за это спасибо, да? Патроны. За патроны для пистолета отдельное спасибо, конечно. Офигеть, слушай, вот это начало, а? Просто прям сходу нам вломили. Так, а где ты? Где-то мой труп был. Вот тут. Не знаю, я свое забрал. Точно знаю. Потому что знаю, не мое, похоже. Я твое было... не брал. Я стоял в углу, возле, смотрел на свою точку. И забрал чисто свою. У тебя красный есть вот порошок? Нету. Зрители не дадут соврать.
Куда он делся тогда? Брат, здесь лежал. Я знал. Вот здесь лежал. А что такое? Так, круто. У меня есть 2 бака. Да. Я как бы говорил, без приготовления давай, но не получилось, ладно. Без приготовления? Ну да, чё, мы вот быстренько сели, поехали, вот на тебе, что произошло из того, что сели, поехали. Сейчас надо скинуть тут лишнее. А, и мне надо починиться. Так, короче, с собой возьму в лодку. Так, все, я сейчас пока отхиливаюсь. Да, еще и в темноту мы едем, да? Да. Ну, время 4 утра уже. Ну, сейчас будет светать, пока доплывем. Че, готов? Я... Нет? Я здесь внизу. Я тоже. Я готов. Я тебе патрон для пистолета скину. Твой ящик. Тебе что-то еще надо? Нет, все. Ну я. Дверь. Угу. Че, в 2 лодки? Ха-ха. Прикольно. Веди. А ты не помнишь, куда плыть? Ты же на склад, ты говоришь, плывем. Я не знаю, куда плыть на склад. Ну да. Ну там, где склад написано, туда и плывем. По-моему, в эту сторону. Деревня, завод машин. Вот она. А... Совсем далеко. Ну, нет, вот, вот она. Но начало, я тебе хочу сказать, это прям что-то. Я расстроился. Тот золотал мои вещи. Но я не брал твои вещи, я свои забрал. А, ты подожди, ты сказал, баллон упал. Помнишь? Это был мой баллон. Это в трупике было. Так я, у меня-то и есть трупик. В трупике не твоем, а этих. Там баллон, лежал баллон, один баллон. Баллон и... был у меня. Еще раз, там было 3 всего каких-то вещи. Это мои были вещи. Ну, один баллон. И что-то еще. Итак... Красный, вот этот. Красный этот и патроны, все. Не было красного у меня ничего. Был просто один баллон. И что-то какая-то фигня. Так, давай баллон, теперь чекать. Баллон был мой. Тебе его отдать, я тебе его отдам. Без проблем. Меня больше интересует, как они с воды смогли больше. Значит, строились из того, что из воды нельзя стрелять. Я оплываю остров вокруг, чтобы посмотреть, можно ли на дальняк кого-нибудь. Второго. Ты их минусуешь там? Просто вижу. И немножко стреляю, да. Хорошо. Минус один. О, в голову. Магиош. Я вот пока еду, ну, в смысле, плыву на лодке. Никого. Хоть бы кто-нибудь, понимаешь? Но мне кажется, надо высаживаться. Нет, надо еще вот проверить. Минус еще один. Да блин, я все веселье так пропустил.
Сейчас кто-то скажет, осада, осада, сам, блин. Пошел, лутает тут. О, сейф нашел. Посмотрим. Вдруг там что-то интересное. Ну, чертеж, военный рюкзак, братан. Мы еще сильнее увеличим свой рюкзак, прикинь. Сразу вот. Используй. Сразу использовал. И декоративная мебель. Декоративная мебель. Ну, короче, нормально, нормально тут. Блин, мне бы тут хоть кого-нибудь... Минус еще один. Да, блин, а где... О! Да? Да. Сейчас. В смысле? Серьезно? Вроде минус один. То есть не слышу, чтоб стреляли. Видит меня один. Явно видит. Еще один. По-моему, я тоже одного минусанул. В меня не стреляй. Я в тебя не стреляю. Я около тебя... бака сидел. Ах ты, блин, от меня кто стреляет? Еще одного вижу. Тихо. Мне в меня стреляют. А, это не ты, да? Это не я. Ого. А чё так долго-то стреляют? Двоих минусанул. О, патроны для пистолета. Это я люблю. Так. Чуть-чуть пострадала, да, броня? Так, а ну. Ну, пока красная. То есть ещё. У тебя музыка, кстати, играет. У меня вот... Минус ещё. Просто... Ты? Да я чё? Ай-яй, стреляет в спину. Откуда, не вижу. Значит, здесь где-то? Вон он. Спалился. А что ему в голову простреливал, он, зараза, не простреливается. Ты где его видишь, что скажи хотя бы? Да я его уже все минусанул. А. Тоже сказал, что не простреливается. Тут, блин, тут ништяков просто офигеть сколько. Осталось только зачистить. Угу. Они где-то вот здесь, среди контейнеров. Вижу еще одного среди контейнеров. Просто мега офигеть. Минус один. Слева по тебе стреляют. Откуда, пока не вижу. По мне никто не стрелял. Да по тебе только что пальнули. Ну, в смысле, не попали. Дроби. Это ж он, это ты, да? У тебя музыка играет? Тревожная? Играет. А у меня вообще никакой музыки. Ах ты, скотина. Долго ж стрелять пришлось. Воу! Нифига бронированная, что ли? Блин, всего две танки. Вот еще один. Среди этих. Вижу. Обхожу. Давай. Минус. Нет. Теперь минус, да. Все, музыка спокойно пошла. У меня вообще никакой музыки нет. Фракции, там, что там? Клан спасения. Два острова. Три у них, по-моему, быстро было. Все, склад захвачен. Мы красавчики. Вот это просто что-то с чем-то. Я потратил 19 патрон.
Куда мне было брать их в две стопки? Ну, не знаю. У меня было, не помню сколько, ну, 160, сейчас 140. Ну, а сколько, думаешь, их здесь было? Можно посчитать, сколько я убил там на записи, там да. Будет слышно. Минус один! Минус один! Так считать будем, да? Да. Нормально. Тоже хорошо. Так, тут закрытенько, да? Ну тут мега дофига. Ну хорошо, может, не веришь, что я... Да, мне не важно. Я, ну, этими категориями не размышляю. Мне хочется ништяков, понимаешь, найти, а я их все никак не найду. Вот бензин. Что лучше? Два стекла, которые нафиг не надо, или бензин? Я думаю, что лучше бензин. Надо брать все. А, слушай, подожди, чертежи. У нас же теперь есть вот этот вот... Интересно, где же он появится? Вот, военный рюкзак. Да, слушай, 6 кожи, 6 резины и 10 ткани. Вообще на изи. Просто на изи. Интересно, вот ласты? Кожи у меня с собой нет. Так, у меня кожи с собой нет, резины у меня с собой нет. Ну дофига вот этой вот ерунды. Ласты, я нашел ласты. Да ладно, подожди, где, как, где, что, подожди. Не может быть. Я вот тут, там, где ты лодку припарковал, тут я стою. Ну почти, да, ну тут. Подожди. Там еще большая труба и пикап. Я не успел там вообще ни одной кнопки нажать, на меня там вдвоем заходили. Ну я же ничего не говорю. Просто я сказал, что вот здесь нашел ласты. Ну там чертеж ласт, там не сами ласты. Да понятное дело. Я дигл нашел. Твою мать. Дигл — это вещь. Ты надо там чего? Я бегу, волосы назад. Сейчас потом ты посмотришь. Хоже... этот эпизод, когда я говорю, что я бегу, волосы ты назад. Чё? Меня выкинуло. Из игры выкинуло? Да. А что attention? Не знаю, там был attention, я не успел прочитать. Ну, из игры там типа этот... Сам начальный. Так, а что с ластами? А где они? Там, где я сказал. Пикап вижу. Вот там этом... дальше этот. Друг на друга стоят сундуки. Нету ластов. Нет ластов. Нет ластов. Не собирай, подожди. У нас разное, чтоб ты понимал. Там друг на дружке. На первом этаже подходишь и смотришь, правильно? Не забирай поэтому, не забирай ничего оттуда. Я вообще ничего не трогал там. Не, я в другом месте нашел ласты. Ха-ха. Ты мне неправильную наводку дал. Вот они. Плавайте быстро, как рыба. Ха-ха, изучил. Под мостом. Нет, стоит. Почему? Подожди. Вот тут. Ну вот, где я стою. Вот мост полуразрушенный. Я вижу, где ты стоишь, а я наверху нашел. Сейчас, подожди, посмотрим. У нас рандомно, у нас по-разному формируются эти вещи. Теперь нет ласт. Есть кроссовки. Ну ладно. Блин, у меня половины инвентаря нету. То, что было. Обидно, слушай. Ну, резины, блин... скотч. У тебя резины есть? Нету. А скотч? Ну, если сейчас три заберу, три будет.
А, резины 6 есть, вот. Короче, надо, блин, с... Вот резина стоит, бери, не хочу, чё ты. Скотч. Кого, кого? И резину. Ты ласты делаешь, да? Я тебе скинул. Кого? Вот же. Кого? Куда ты ушел? Да я тебя что думаешь вижу? Я вообще не вижу тебя на карте. Где ты? Вот, теперь вижу. Вот тебе вот резина. Вот резины куча лежит. Бери, бери, делай все ласты. Подожди, я еще не смотрел, что для них надо. 10 этого, да? Так, вот это мне мешает. Я сейчас скину. 10. Я сделал ласты. Обычный ласт я просто выкину нафиг. Правильно? Братан, у меня ласты. Крутые ласты. Поздравляю. Это просто... Это то, о чем говорили разрабы с самого начала, что вам надо найти эти ласты, потому что они быстрее, чем вот эти вот моторные, блин, электрические, подводные вот эти вот лодочки. Это прям кайф. Может, ты лодку свою подгонишь, да мы этот лутом забьем. Ну, сломанный дигл это вообще просто кайф. Это прям... Так, воды попить надо. И что в итоге? В итоге у меня нифига нету, да? А, вот железо чуть-чуть могу взять. Этих с собой могу взять. Лодку тебе надо заправить? Надо заправить. Да вроде не надо было. Вот это вот, блин, нафиг она мне здесь лежит. Не нужно. Ну, у меня 4 литра топлива есть, могу тебя залить. Реактивную не будем лодку ставить, что ли, строить? Или как она там называется? Следующий этап, там очень много элементов, деталей нужно, чтобы что-то сделать. Так что, да. Так что извиняйте. У меня еще 10 литров есть. Я ж, ну, я тебе 10 литров изначально заливал. Ну, вот у меня 10.44 сейчас. Ой, блин, нафиг я тебе... Ладно, эти ласты продам. Или выкинуть их просто. Так, что надо? Вот это, резина. Металлолом. Металлолом. Ты хочешь отлутать остров? Ну, я не знаю. Ты же сказал подогнать лодку, я подгоняю лодку. Угу. Давай в твой сундук. На вот тебе 4 литра бензина, резину. Это. Баллон я тебе обещал. Забирай свой баллон. Ура! Баллон вернулся к такому вопросу. Ну, я не согласен. Там даже на видео видно, что там лежит этот трупик. Я подхожу к нему. То есть у меня не твой значок, что это твоего персонажа, ништяки. А, ну. Так, стоп, о чем? Здесь же все было. Уже нету, ну ладно. А что, здесь опять металл будет, да? Так, что в машинке будет? Чего даже этого нету? Бензинчика. Я там. Да, там. Угу. Так, что у нас тут стоит? Да.
Да, с диглом тут будет повеселее. О, какая-то чуля стоит. Ничего такого, да? О. Ага, ага, понятно. Надо скидывать. Здесь закрыто, да? Угу. Понятно, понятно. Тут куча металлома. Надо товарищу Беликору в лодочку напихать. Бег на shift вообще не похож на бег. Ух, твою мать. Вроде не выходные, а соседи разборки устраивают. Да. Так, я у тебя мы кого-то еще захватываем. Возвращаемся сейчас домой. Угу. Разгружаемся. Угу. И, в принципе, пока доедем домой туда-сюда, можно этот эпизод и на этом остановить. И начать либо следующий, тоже с захвата. Ну, там быстро можно все закончить. Интересует? Кажется, что тут эпизод маленький получился, нет, нормально. Слушай, ну давай, 35 минут, вот, но пока доедем туда-сюда. Ну, просто осада склада, она закончилась. Мы его чуть-чуть отлутали, то есть не так сильно. Там слишком много всего надо. Вот, нам с тобой нужно сделать армейские эти вещмешки, в которых все влазит. Ну или делать вид, что влазит. Не, ну слушай, если еще один ряд добавится, да, почему нет? Лучше бы два. Слушай, я не буду загадывать, но... Интересно на самом деле. Тем более у нас сейчас компонентов должно хватить. Я надеюсь. Скотч был ретин, то что-то вроде у нас нормально. Давай я сейчас два тогда сделаю, хочешь? Блинский, а у меня лодка, оказывается, пострадала, я об этом и не в курсе. У меня лодка поломанная, почти на меньше половины. Починил. Поехали. Стекло сюда, это сюда. Это... Охренеть, у нас... У нас выросла елка в доме. Прям посреди дома. Блин, дигла хочу. А, там еще есть место. Что, капитан Беликор, теперь сам приезжаешь на своей лодочке, а? Кайфово? Да, да, раньше лучше было.
Сидишь. Ничего не просто... делаешь, да? Да, да. Это, видимо, к Новому году. Подарок, в смысле? Да не подарок, как там, елка выросла. Слушай, ну ты не возражаешь, да, что я сделаю дигла, а? Не возражаешь? Сделай. Металл так, надо. Я себе ласты сделал. Надо эти, и ну, так понял. И, кстати, рядышком можно поставить. В смысле, рядышком можно поставить? Я просто их рядышком поставил. Братан, я сделал дигла. Ты понимаешь, а теперь GP20. Хочешь, я GP20 выдам? А чё ты в моем опять делаешь, а? Я а? Тебе патроны скидываю. О, не надо так сразу говори. О, что там мутит-то? Да я шучу. Я хотел этот GP20 тебе отдать. Надо GP20? В нижнем ящике есть рубашка стандартная, песчаная, броня плюс 3. Рубашка, броня... Подожди. Ну... Вот эти вот плюс 1 это на продажу. Так, это вообще сюда. Не, нам таких не надо. Счастье вам с МКАДом, как говорится. Что мы можем еще с тобой сделать? А, слушай, мы с тобой должны были военный рюкзак сделать. Я сделал себе. Ты какой молодец. А мне сделал? Нет. Вот, видишь? Вот так вот. А кожи у нас ни хера нету, да? Я угадал? В верхнем ящике. Посередине. Вижу. Вижу. Собрать. Ни хрена себе. Вот этот баг мне не нравится, что когда ты... Ладно. Да, хорошо нас потрепали. Ну да, потрепали так потрепали. Так, этот рюкзак можно продать. Так, сундук. Это продать, это продать. Я могу сейчас быстро к торгашке смотаться. Хотели серию закруглять. Да. Сейчас закругляемся. Ой. Сейчас я выложу весь лут и выложу. Здесь нет. Так, сортировать. И это сюда. Ну вот. Ага, и вот это выложить. Выложил. Все. Все всем. Да, и патроны, ты говоришь, нафига так много патронов. Хорошо, я с тобой согласен. Давай вот. Я так. Не знаю, но мне. Ты мне просто кричал, бери больше. Я тебе говорю, что мне хватает. Слушай, ну посмотри на этом самом в моем прохождении, которое выйдет, да? В смысле, вышло до этого. Я на дальняк, когда по ним стреляю, у тебя баллистика. И тебе... Тут ты понимаешь, ты высадился на остров, подбежал и с упора их, ну, с близкого расстояния начал выносить. А, ну, как бы, когда ты с расстояния еще и двигаешься в движении, пытаешься посчитать баллистику, там, поднять выше, посмотришь, как пуля летит, там патронов улетает так много, что просто обалдеть. Но теперь у меня есть, по-моему, самый крутой пекаль, да? Да, плюс 60. Он круче, чем, блин, М16, М14. Только старая винтовка, плюс 70 урона. Короче, просто дигл, это наше все. Так, ну и, собственно, давайте. В следующей серии. Best day forever. Так что, ребятушки, обещали захватить. Мы захватили.
Кто молодец, мы молодцы. Так что на этом наш замечательный эпизод заканчивается. Всем спасибо, всем до новых встреч. Ждите нас в следующем эпизоде. Обязательно будет. И не забывайте лайки, колокольчики, комментарии. Нас это безумно мотивирует. Ну и нашему любимому подписчику, как всегда, привет-привет. На этом все. До новых встреч. Пока-пока. Пока.